Слушайте, ну расскажите по игре. Непонятно последнее давление 10 минут, как будто бы много. Ребята возмущаются. Что думаете? На вопрос, реф, не закончилось ли дополнительное время, мне ответили на бровке, что у судьи, который на поле, у него села рация. Я не знаю, как это связано с тем, чтобы не свистнуть хотя бы головой. Ребята отыграли 2 или 3 минуты сверх тех 8. Сейчас что-то говорить. Если бы мы проиграли, я бы, конечно, наговорил. Но поскольку мы прошли дальше, как вышло, так вышло. Получается, вы обыграли тех, кто будет в Кубке России. Ну, это достойно. Ну, мы и Тудрос 5-1 выиграли. Они будут в Кубке России? Получается, 2 команды, кто будет в Кубке России, мы обыграли. Получается, сегодня деньги восстанавливают потихонечку свою репутацию? Вот я уже говорил сейчас, на самом деле хотелось бы, конечно, проходить дальше не с 1-0, а с какой-то более уверенной победой. 2 гола, 3 гола. 1-0 такое. Тем более в конце очень давили Тудроцы, и я даже эпизод сравнивал уже с Эгриси, когда мы раз 50 ударили, и мяч не зашел. То же самое было у нас в конце, когда он нанес несколько ударов, и там куда угодно, только не в ворота. Плюс Федос поскользнулся. Ну, я не знаю, нам второй матч с этим подскальзыванием очень везет. Возможно, это за что-то возвращается. Возможно, за МФЛ? Да, возможно, просто, не знаю, везет. Ну, следующий тур уже пора выходить не на везении каком-то. Хотя я не могу сказать, что сегодня ребята проделали огромную работу. Поэтому посмотрим, будем готовиться к следующему туру. Что насчет Васи Маврина? Его не хватает в команде? На следующий тур он будет. Серьезно? Да. Все, это отличное завершение, спасибо.